Новочебоксарск – спортивный город. Вместе со всей страной жители города-спутника поддерживают наших олимпийцев, которые в Сочи защищают честь России. Редакция газеты «Грани» провела конкурс «Мой ребенок олимпиец», а итоги подвели на открытии выставки «Путь к зимнему Олимпу» в Новочебоксарском музее. Мама, папа или дедушка, любой горожанин мог принять участие в конкурсе «Мой ребенок олимпиец». В редакцию «Грани» нужно было прислать письмо с рассказом об увлечениях ребенка, о его спортивных достижениях и фотографию. Всего поступило 150 писем. Более 30 победителей были определены редакцией газеты «Грани». Собиралась целая экспертная комиссия. Разницы мы не делали, месяц или ребенок занимается спортом или несколько лет. Здесь важно было постараться отразить целеустремленность, желание ребенка заниматься спортом, его увлеченность и вовлеченность родителей в сам этот процесс. Победители определили по нескольким номинациям. Самыми спортивными стали вторая и третья школы Новочебоксарска. Как у меня много медалей, я решила поучаствовать, потому что говорят сейчас то, что в институтах портфолио надо. Я собираю. Ездил на соревнования в разные города. И там за командные меня, за простое, где деремся. Я выступаю за всю Чувашию. 30 ребят-победителей получили призы. Но и остальные участники конкурса не остались без внимания. Их наградили дипломами, пригласили на ледовый стадион «Сокол» и в МИМ-театр «Дождь». Поздравить ребят пришли старшие друзья-спортсмены. Пригласили, чтобы показать детям, как заниматься вообще спортом. Рассказать о своем виде спорта, именно привить, может быть, любовь к спорту, именно к биатлону, к лыжным гонкам, чтобы дети занимались также, добивались успеха. После поздравлений все могли окунуться в атмосферу Олимпийских игр на выставке «Путь к зимнему Олимпу». Здесь беговые коньки от самых старых до современных, уникальные горные лыжи 50-х годов прошлого века, хоккейные клюшки, шлемы, которые можно не только посмотреть, но и потрогать. Татьяна Трофимова, Сергей Рябчиков, Республика.